Среди всех писем было одно от тети Лены, которая просила приехать меня, внучку, и поздравить всех детишек совхоза имени Ленина с Новым годом и привезти новогодний спектакль. И я знаю, что она сейчас в зале. И она сейчас скажет вам поздравительную речь. Глава сельского поселения, совхоз имени Ленина, Добрякова Елена Ивановна, ваши аплодисменты! Знаете, я счастливый человек, потому что только мои пожелания Дед Мороз исполняет. Мне хочется вас всех, вас, зрителей, Дедушка Мороз, Снегурочка, поздравить с наступившим Новым годом и пожелать вам, чтобы все мечты сбывались, и чтобы вы никогда не болели, и чтобы на ваших лицах всегда были улыбки, и чтобы никто никогда не расстраивался, а если расстраивался, то только совсем чуть-чуть. Все дети совхоза имени Ленина собрались сюда, и вот мы тут сидим, смотрим. Каждый ребенок загадал желание. И сейчас на новогодней сказке это желание сбудется. Спасибо, спасибо большое. Ну что, друзья, готовы смотреть спектакль? Тогда приятного просмотра! Вообще взрослые есть для того, чтобы дарить детям чудо. И мы в своем поселении, в сельском поселении совхоз имени Ленина, перед собой давно поставили такую задачу, чтобы у нас всем было комфортно, особенно детям. Потому что если счастливы дети, значит счастливы их родители, значит счастливы дедушки и бабушки. Как вам трудно было готовить этот большой спектакль? Ну, на самом деле у нас были большие помощники. У нас был областной пушкинский театр, который специалисты, которые мы пригласили. Мы давно с ними дружим, и они показали детям спектакль. 20 декабря у нас был балет «Щелкунчик» приезжал к нам. По 21 декабря наш Дом культуры, в котором есть театральная студия, показывали свой спектакль. На самом деле, главное, что мы делаем, это мы любим детей. И в этом весь секрет нашей работы.